Да, на коробке заодно. А вы сотрудник вот агентства этого, который доски обслуживает? Нет. А почему вы клеите на доски? А куда мне клеить? Вы предлагаете, чтобы я на стену клеила? Нет, просто даете им заказ, они на досках сами размещают. Я не могу заказ дать. Я вообще не по-честно. Вы видели объявление? Я вообще честное лицо. Ну и что? Я нашла собаку. И что? Ничего. Напишите в руку Ролёв, что как маленький-то. Я не как маленькая. А по какому праву вы, собственно, мне что-то говорите? Кто о, как такой? Интересно. А это незаконная расклейка, вот по этому праву. Да вы что? Я вам вполне серьезно говорю. Договор покажите написано, на расклейку. А покажите мне, пожалуйста, закон, по которому... Административный это... кодекс, 15-я статья. Мне. Нет, я сейчас за ним не побегу. А вот вы мне покажите, докажите это сначала. Так это элементарно. Вот эта доска, она собственность фирмы, которая ее хорошо, сюда вешала и так далее. Буду гладить стены, давайте так. Это еще лучше. Это еще лучше. Давайте потому что так. На стены вы не можете клеить без разрешения собственников. Оно у вас есть? Нету. Правильно же? Вы в этом доме не живете? Вы подходите знаете, и клеите я чего-то. Я могу вам тоже самое сказать, что сейчас вы мне выговариваете, и вы будете мне моральную сейчас компенсацию вообще. Серьезно? Платить. Конечно, серьезно. Так, обоснуйте. Обосновать? А вы конечно. Зачем ко мне вообще вот сейчас подходите, со мной разговариваете? По какому праву? Потому что вы портите имущество. Вы мне сейчас не доказываете. Вы мне говорите на словах. Вы мне покажите, пожалуйста. Показать печатью. Что? 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 Вот эту статью? Для вас административный кодекс не существует. Для меня административный кодекс да. существует. Но я там только статьи не читала про доски. Я знаю, что есть доска объявлений, на которой вешается объявление. Да, это доска объявлений, на которой вешается объявление внутри. Вы, пожалуйста, сначала разберитесь. Он молодой человек ходит, клеит. Почему где? Вы не подходите? Покажите нашли пальцем. Меня, я с ребенком, я мать ребенка. Мне должна кому-то ходить, что-то там писать. Нет, вы дура вы с ребенком. Уме? Вы дура с ребенком, потому что ребенок останется что вы один. Что сказали? Вы дура с ребенком, вы слышите? Вот все, вы сейчас мне заплатите за это. Так. Я просто за вами пойду, посмотрю, где вы еще будете клеить. Валя, иди сюда. Так, я звоните. Мне было бы даже интересно, кому вы позвоните. Интересно, да? Давайте. Можете телефон сказать, я тоже потом свяжусь. Вон там молодой человек идет клеить. Ну я просто не вижу, где вот там. Вы почему сейчас за пойду. Мной ходите? На каком вообще основании вы за мной ходите? Я сейчас вообще обвиню то, что вы дома. Ну, валяйте, давайте. Валяйте? Вообще в каком тоне с ним разговариваете? Ну, в каком? Как с дурой. А чего вы хотите? Сейчас я тебе в морду дам. Серьезно? Так. Я вас на видео снимаю, вы понимаете? Девушка, идите сюда. Да, подойдите, пожалуйста. Пожалуйста, сюда. Вот это сейчас молодой человек обозвал меня дурой. Так и есть. Незаконно. Совершенно верно. Вот идите клею девушке. Вы будете сидеть. Она клеит, у нее какие-то есть объявления, она подходит и клеит. Я спрашиваю, она так сотрудница... Вы посчитайте сначала объявление. Ну там собака пропала, дальше что? Ну и что? Он человек ищет собаку. Так дело не в том, она их клеит поверх вот эти, на доски объявления. И что я должна делать? Предлагаю, я обратитесь на стены, я должна стены клеить, вот, да? Вот, видите, вот уровень понимания. Либо я на стену, либо я на доску. Я говорю, клейте внутрь. Внутрь за это фирма хочет деньги. Разумно, она доску какие, вешает, ее обслуживает. Деньги? Вы о чем вообще вот эта говорите? Доска платная, вы знаете это об этом? Это частное объявление, могу клеить на стены, портить стены. Вот, говорю, девушка дура, вы частное объявление вообще? Могу клеить куда хочу. Правильно вы это хотите сказать? Андрей, у меня сейчас молодой человек, мужчина, позвал дома. Скажи, по какому... На доске. Да, у меня на мужчина сейчас за то, что я доски. Клеиваю объявление, обозвал дурой. Ой, где? Андрей, скажи, по какой статье я могу сейчас этого человека засадить просто тупо? За то, что он сейчас меня оскорбил. Оскорблять-то тоже люди меня.
Просто смотрите, есть доска. Андрюш, давай, значит, подтягивай лань. Королёв Сурс. Значит, вы откуда? Вы с какого? Вы сейчас с какого? Вы вообще где работаете? Какая организация, ваша фамилия? Я здесь живу, это вполне так, достаточно. Так, какая организация? Где вы живете и с какой фирмой? В юбилейном я живу, это достаточно, я чтобы понимаю, сливать ваш мусор. Я понимаю, какой фирмы сейчас вообще? Я срываю сам, потому что мне не нравится ваше безобразие. Это понятно? Андрюш, это вообще какой-то, извиняюсь, мудло, который вообще нигде не работает, так, уходит так за мной, ага, и по мне цепляется, и еще меня оскорбляет. Ага. Ваша фамилия, где вы живете? Ваша фамилия и где вы живете? У вас заело? Андрюшин телефон, давайте, назовите телефон его. Я сейчас стою в своем дворе в данный момент. Стоит со мной... Да. Скажи, пожалуйста, Андрей, по какой статье сейчас этого человека засужу? Так, статья 130, как она называется? Хорошо, все понятно. Так, где вы живете, говорите? Я вам не обязан. Вы мне не обязаны? Совершенно верно. А вы обязаны верно меня оскорблять, значит? Нет, вы должны прекратить клеить. На каком основании? А вы меня шлете и продолжаете. Вот потому что нельзя. Доска ваша, не ваша. Вы не можете на нее клеить. Все. Вы на каком праве? От какой организации вы работаете? Если я вам натру по двери, это будет от организации. Вы мне говорите сейчас вот так вот, просто так. Вы пришли, тупо взяли и склеили, потому что вам это захотелось. Взяли, потому что вы ляпаете куда не надо. Так же, как и вы ходите и меня оскорбляете. И срываю откуда не надо. Да, хожу за вами и срываю. Это какой-то ненормальный псих. А что он не хочет телефон? Так боится, что ли? Пожалуйста. Чем там, не мужик, что ли? Пусть дает телефон, приемся такой, и кто там за права такие особенные. Запишите телефон, я вам свой телефон не дам. Да диктуйте его телефон, давайте, давай. Ваш защитник. Давайте, пишите, давайте. Да в камеру звоните. Пишет, не бойтесь. Звоните сейчас при мне. Камера сюда. Пишет. Он у меня еще там пишет на какой-то диктофон, на какой-то да видео. Да нет, на видеокамеру пишет. Я вас записываю. Да, он мне пишет, да. Так, где вы живете? Я вам с вами разберемся говорить в другой обстановке. Совершенно верно. Совершенно верно. Давайте сейчас. Я вас выложу в интернет. Всю вашу вот эту красоту, вашу ругань при ребенке. Варя, иди сюда. Варя, иди сюда. И мы разберемся совершенно какая спокойно. Какая ругань при ребенке? Это вы на меня сейчас. Потому что вы слов не это понимаете. Это вы меня сейчас оскорбляете. Совершенно верно. Вы не понимаете нормальных слов. Каких слов? Мужчин, вы о чем говорите? Слышите плохо. Это вы слышите плохо? Нет, я слышу хорошо. Все, у вас нет больше претензий, у него алло, тоже. Алло, Андрюш, да. Где вы живете, в каком районе? Да здесь я в юбилейном живу, что вам еще? Он согласен, пойдемте в милицию еще. Тварь, пошли. Пойдемте. Варь, иди сюда. В УВД сходим. Варь, иди сюда. Пойдемте, пока суд до дела.